Новый поворот в деле о контрабандных схемах Сергея Курченко. В Одессе по решению суда в пользу государства конфискованы нефтепродукты на 800 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Речь идет в общей сложности о 100 тысячах тонн топлива. Весь этот объем, сообщают в областной прокуратуре, поступил в Украину без уплаты таможенных пошлин. Беглого олигарха Курченко обвиняют в создании преступной схемы, в центре которой был одесский НПЗ. Через него прогоняли серое топливо. Часть конфискованных нефтепродуктов уже продана, часть хранится на нефтебазах.